Ну, наверное, традиционный, ожидаемый, да, первый вопрос. Ваше впечатление об «Адмирале», которое на вас эта команда произвела по ходу регулярного сезона. На какие моменты в игре «Адмирала» вы особо уделяете внимание своим игрокам? Ну, во-первых, это серьезная команда, да, которая уже в своей недолгой истории, скажем так, хоккейной, уже доказала, два раза выходили в плей-офф. Это, по-моему, третий их выход. Так что команда уже адаптирована к этим решающим играм. С командой, которой, в общем-то, мы сыграли две игры пополам. Команда хорошо провела концовку чемпионата и доказала свою состоятельность, вышла, слабых не бывает. Что касается предстоящих матчей, мы ждем очень сложный первый раунд. Кроме «Адмирала» сейчас нас ничто не интересует. Конкретно эта команда, конкретно стоят перед нами свои задачи. Вот. Что касается нас, что могу отметить, это первое, то, что без травм подошли, все в строю, все здоровы. Это не может нас не радовать, но остальное уже за нами. Это тот уровень игры, который был показан в Астане, вас устраивает как тренера? То есть это вот тот авангард, который мы видим в плей-офф, по движению, по куражу? Я думаю, что это еще не тот авангард, хотя уже, в общем-то, мне игра понравилась. Самое главное, по дисциплине, по выполнению заданий, по тем эмоциям, которые уже ребята в себе воплощают. Так что я надеюсь, что послезавтра мы уже покажем нашему зрителю все, что мы к этому дню готовим. Дэвид, вот когда говорят про плей-офф, применительно к болельщикам всегда говорят, что это для них праздник. Что такое для хоккеистов плей-офф? Ведь это пара самых напряженных, самых трудных матчей. Я думаю, что для игроков это тоже очень важное и такое значимое событие, даже, возможно, больше, чем фанаты, они радуются этому времени, потому что это то, к чему ты готовишься на протяжении всего сезона, тренируешься все лето и идешь к плей-офф. Вы полностью восстановились после травмы, не чувствуете уже никаких последствий? Всегда, конечно, требуется время, чтобы восстановиться после травмы, но когда приходит пора плей-офф, то несмотря ни на что нужно играть. И неважно, боль ты какую-то испытываешь или дискомфорт, нужно просто идти, несмотря ни на что, и выходить на лед. Я рад, что у меня получилось в трех матчах выступить, и надеюсь, что буду приносить пользу и к команде, и в плей-офф. Вы как капитан чувствуете атмосферу в раздевалке, какая она сейчас? Атмосфера рабочая, боевая, все готовы и все готовы биться. Я уверен, что не будет ни по самоотдаче проблем, ни по желанию. Единственное, постараемся выполнить установки, те, которые будут даваться конкретно на каждый матч. Ну и в целом, конечно, будет бой, я уверен. Это плей-офф, и здесь нет слабых соперников. Многие считают, что нам попался такой игровой соперник, что и «Адмирал» и сам играет, и другим дает. Вы с этим согласитесь? Ну, судя по двум встречам в регулярке, скажем так, и много ребят, которые и мастеровитые, и духовитые, поэтому сказать, что они играют и другим дают, ну, я так не могу. Будет, я уверен, что будет борьба и, ну, непростая, скажем так. Это не регулярка, где сам играешь и другим даешь. Последние недели говорили о том, тренеры, зачастую игроки в интервью, что есть еще шероховатости, которые нужно сгладить перед плей-офф. Насколько их удалось сгладить, на ваш взгляд? Подтянуть там ту же игру в неравных составах, что-то еще? Я думаю, что последняя игра сказала все сама за себя, наверное. Вот этот выезд, да, тяжелый такой. Проигрывали, вытаскивали игры и добивались успеха.
Поэтому я думаю, что какие-то моменты, они, конечно, будут еще, но постараемся минимизировать их и выйти, так скажем, в оптимальной форме.